В ефірі телеканал «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз ми поспілкуємося з Оксаною Одинець, психологинею. Пані Оксана, я вас вітаю. Ну що ж, зараз до психологів дуже багато питань. А давайте з вами спробуємо розкласти на полички кожне відчуття та порадити так людям, які переживають депресивну війну, хоч якось собі допомогти. Ну що ж, почнемо зі страху. Що це за відчуття та як його приборкати? Да, действительно, Анна, сейчас такой спектр различных эмоций, которые люди вынуждены переживать с теми событиями, которые сейчас возникают. И в первую очередь я хочу пару слов буквально сказать, почему они возникают. Дело в том, что у нас головной мозг, он делится на такие три основные части. Это наш рептильный мозг очень древний, он сохраняет только инстинкты животные. Следующая часть — это наша лимбическая система, там находятся эмоции, с которыми мы появляются при общении. И, наконец, неокортекс, неокора — это наша уже способность размышлять, понимать, анализировать, делать выводы. И вот в момент такого стресса, вот в момент шока у нас отключается неокортекс, и у нас может даже отключиться лимбическая система. Остается только рептильный мозг, который имеет только очень древние инстинкты, связанные с выживанием. И здесь находятся такие вот проявления в теле, как «замри», «беги» и «бей». «Замри», «бей», «беги». То есть такие основные эмоции, которые мы начинаем проявлять в виде страха. Он может проявляться, страх проявляется замиранием, может проявляться следующим этапом в процессе возникновения стресса. Это агрессия, и проявляется она как «бей» или «беги». И только потом уже включаются сложные эмоции, как помочь, как разобраться, что делать, и уже анализ и наша неокора. Поэтому в те моменты, когда возникает вот такой глубинный страх, мы должны понимать, что у человека отключен вот человеческий глаз, головной мозг, остается только животный. И в тяжелых ситуациях мы даже должны помочь человеку, потому что он сам может и не выбраться из этой ситуации. Например, если человек идет и увидел там танк, едущий по улице на него, в первый момент может быть замирание. Нормальная потом реакция, это обычно краткосрочный вот такой страх замирания, а потом начинается активность в качестве «бей или беги». И большинство людей начинают бежать. Это нормальная ситуация, спастись от какой-то травмирующей ситуации. Может быть, человек замереть и стоять. Мы должны просто оглядеться и понять, что сейчас надо вот выдернуть этого человека из этого состояния и его просто в безопасное место отвезти. Если же в некоторых случаях, например, если женщина идет с ребенком, у нее может возникнуть вот эта вот эмоция «бей», она может броситься на танк, она может защищать своего ребенка. То есть тоже мы должны следить внимательно, быть такими человечными, да, и понимать, что совсем разные реакции могут быть у разных людей. В первую очередь очень важна безопасность. И если нам страшно, это страх, это естественный процесс, естественная реакция, которая оберегает нашу жизнь. В первую очередь необходимо именно вот физическая безопасность, найти укрытие, найти то место, где мы будем в безопасности. Если же такие ситуации возникают периодически, то есть, например, нет каких-то условий опасности, но возникает тревога. В этом отличие, если страх — это конкретно я вижу и мне страшно, то тревога — это вдруг что-то может случиться. Вдруг вот сирена, вдруг прилетит ракета, вдруг что-то может разрушиться. И вот такое ожидание — это тревожное состояние. И включается неокортекс, а включаются наши рептильные инстинкты. В этом случае человек начинает тревожиться, бегать, суетиться, куда-то спешить, куда-то пытаться уехать, не знаю, бесцельно, просто может бегать по комнате, что-то собирать, бросать, делать какие-то странные такие вот несвязанные движения. Поэтому нам тоже нужно в первую очередь начать либо себе помогать, либо этому человеку. Ну, если мы в тревоге, то себе, соответственно. Если мы видим нашего близкого в тревоге, нужно ему помочь. Первое, что нужно сделать, это мы возвращаем нашу мыслительную способность. То есть мы говорим себе или ему, допустим, да, ты сейчас тревожишься. Или я говорю себе, я в тревоге, я сейчас что-то не то делаю, я в тревоге нахожусь. И далее наша задача — остановить выброс гормон, который возникает в момент тревоги, в момент страха. Что мы можем сделать? Мы можем, например, сделать дыхательные движения, очень помогают во многих таких вот экстремальных ситуациях. Это дыхание.
Если человек вообще не понимает, что происходит, надо прям подойти к нему и сказать: давай сейчас мы вместе сейчас подышим. И мы делаем вдох, и прям вместе с ним делаем вдох. И акцент на выдох. И чувствуем, как тело расслабляется. Можно его обнять, можно человеку показать, что ты не один, я с тобой, я тебе помогу. И вместе дышим. Вдох и медленный выдох. И человек должен прям ощущать 3-4 выдоха, как расслабляется его тело, ощущать, как снимаются спазмы. И начинают в этот момент стабилизироваться гормоны, вот эти гормоны страха, гормоны стресса, они постепенно начинают нормализовываться. Когда человек в тревоге, ему можно дать вот после вот этих вот дыхательных упражнений, дать выпить теплой воды, опять-таки обнять, укутать в одеяло и показать, что самое важное, что человек не одинок, не один. Если же более сложные состояния, например, приступы страха или паники, в эти моменты может даже физиология сработать таким образом. Там человек может обмочиться, человек может начаться понос. Ему тоже надо объяснить, это нормальная реакция тела, физиологическая реакция тела на те вот ненормальные обстоятельства, в которых человек оказался. И тоже очень важно показать, что он не одинок. Для этого нужно устанавливать обязательно контакт, визуальный контакт. И говорит даже, вот посмотри мне в глаза, потому что в момент страха, в момент паники у человека как бы взгляд уходит вот внутрь, уходит в себя. Его нужно вернуть изнутри в реальность, потому что страх и паника — это как раз замирание. И в этот момент мы просим, посмотри мне в глаза, и пытаемся это зрение вернуть в реальность. Просим посмотреть вправо, опять мне в глаза, посмотреть влево, назови предметы, чтобы человек начал ориентироваться, потому что процесс замирания может вообще его обездвижить полностью, как бы обесточить, и человек вообще перестает соображать, что происходит, что делать, какие нужны действия. В этот момент ему тоже очень важно помочь. Если мы при тревоге давали теплую водичку, то при страхе и панике надо дать холодной воды, но не ледяной воды. И здесь очень важны такие практики, как заземление. То есть человек, когда в страхе, он так как бы взлетает и как бы не находится на земле. У него тело напряжено, у него тело пытается оторваться от земли для того, чтобы определить, откуда источник опасности. И в этот момент нам тоже важно показать, дать телу расслабиться, попросить поставить стопы на пол, может быть, ладошкой на стопу необходимо просто притронуться к ладошкой, к стопе, попросить, чтобы он оперся на спинку стула или на стеночку, например. То есть человек должен ощутить, что он на земле. Это тоже хорошо расслабляет мышцы, это тоже выводит из страха и паники. Ну и самое важное, в эти моменты, когда мы уже остановили выброс гормон, когда уже человек приходит в себя, когда включается его разумная часть, его неокора включается, тогда нам нужно перевести это в следующее действие. А следующее действие после страха идет естественная реакция агрессии. Агрессия — это действие, это способность двигаться, это способность быть активным. И поэтому агрессия — очень такое мощная действующая сила. И вот то, что вот мы сейчас видим, да, это проявление агрессии. Чем сильнее был страх, тем мощнее может быть агрессия. И агрессия, двигающая сила, это вот способность побеждать, способность, появляется такая смелость, появляется даже, может быть, какие-то эйфорические такие состояния, потому что гормоны вырабатываются, которые начинают наше тело спасать от замирания, спасать от страха. И здесь мы должны понимать, что агрессия может быть как положительная, вот в то, что я описала, да, вот этот героизм появляется, появляется такая объединительная сила, появляется способность защищать. А может быть и отрицательное проявление агрессии, когда начинается вот эмоциональный такой вот разлад, скажем так, и начинает человек бросаться на все, что не касается его правды. То есть на всех русских, на всех тех, кто неправильно там что-то пишет в соцсетях, все это переходит на разрушение самого человека. И в конце концов начинают страдать его близкие, они оказываются виноваты, его дети, которые неправильно себя ведут. И идет это разрушение самого себя. Это никак не способствует ни защите, ни победе, ни правильному, скажем так, проявлению этой агрессии. И мы должны не забывать, что существует
коллективное, бессознательное, да, мы в прошлой встрече с вами говорили об этом, что оно накапливается, накапливается, и вот та расплёсканная агрессия, непонятно на кого, на что угодно, она начинает сначала выходить на семью, она выходит в окружающий мир, и в конце концов, как вот чаша накапливается, выливается в конфликты, и в международные, в том числе и войны. А если же у нас внутри действия согласованы, если мы находимся вне паники, если мы понимаем, что мы делаем, то тогда это дает нам стабильность и в семье, стабильность в окружающем мире, и в конце концов вот эта чаша выливается уже в мир. Поэтому очень важно действие каждого. Поэтому мы должны четко понимать, что от каждого зависит, как идет развитие событий, от каждого зависит итог событий. Ну и если человек уже в таком вот в агрессии, которая разрушительная, остановить его извне, ну, чрезвычайно сложно, то есть должно быть еще более какое-то мощное такое вот агрессивное существо, которое способно остановить человека в агрессии. Поэтому остановить мы должны сами себя. Что мы делаем? Если я чувствую, что вот я в агрессии, меня все раздражает, на всех бросаюсь, пытаюсь там побить кого-то или на кого-то направить свою вот такую разрушительную энергию, в первую очередь надо себе сказать, вот на кого я злюсь, на что я злюсь. Если я злюсь там, на войну, то при чем тут сосед, при чем тут кто-то там в Инстаграме или в Фейсбуке, или там мой ребенок? То есть должна четко понимать, что мое направление, моя агрессия, оно сохраняется и не расплескивается на всех вокруг. Кроме этого, что можно сделать? Ну, опять-таки, что касается дыхания, гормонов, за гормоны зашкаливают, гормонов много. Я себя беру в руки, начинаю вдыхать, и при этом можно сжать тело полностью и с выдохом расслабляю тело. Когда идет агрессия, очень часто спазмируются вот эти вот мышцы, которые удерживают в напряжении челюсти. Прям берем и массируем эти челюсти, и можно при этом какие-то слова короткие говорить, рычать, можно бранные слова. Кстати, во время вот этой выплеска агрессии считается, что бранные слова, они даже помогают психике восстановиться. Но мы помним, что помогают скорее не разрушиться, чем не восстановиться. Они помогают не разорвать вот эту вот агрессию, психику изнутри. Но острый период, он буквально первые 2-3 дня. Через 2-3 дня мозг адаптируется, мозг начинает искать новые варианты и начинается включаться неокора. То есть если мы включаем уже наш головной мозг, то мы уже должны управлять и своими словами. Поэтому первые 3 дня это может быть даже и нормально, когда много матов, когда много вот такой вот агрессивной речи. Потом мы должны уже учиться все-таки себя контролировать и учиться управлять своей агрессией. Если агрессия слишком сильна, вот я даже взяла такой вот предмет, можем взять, например, полотенце и начать его прям рвать, так со всей силой можно какое-то там, то, что невозможно разорвать, прям чтобы было мышцам горячо, чтобы мышцы почувствовали, что агрессия вышла. Можно этим полотенцем бить по каким-то предметам, там, например, по кровати, по безопасным каким-то предметам, чтобы выразить свою агрессию. И это действительно помогает нам выпустить этот гнев, выпустить эту злость. И в конце концов начинаем уже возвращаться в свое понимание, возвращать свое мышление. А вот если у меня так много агрессии, это значит, что я могу что-то сделать. Я напоминаю, что это энергия действия. Я могу что-то сделать. Что я могу сделать полезного? Не ругаться в соцсетях, например, а пойти. И что конкретно я могу сделать? Кто-то может плести сетки, кто-то может готовить обеды, кто-то может помочь детям, кто-то может... Полно сейчас нужны руки, да, вот это действие свое направить туда, на что-то нужное, что-то ценное. И тогда мы начнем уже управлять своей агрессией без выплесков энергии, без выплесков эмоций. Ну, еще, наверное, да, такого... Запитати хочу, найбільше так ми зараз нервуємо та страждаємо, коли з нас тривога, коли ми спускаємося в бомбосховище, коли там хтось залазить, як я, наприклад, в шкаф свій, так? Скажи, будь ласка, про що думати, що робити в той час, от сьогодні в нас більше 4 годин, чи мені здається, да, більше 4 годин тривала тривога. Заснути точно не вийде.
Що в цей час робити? Як себе зайняти? Що ви порадите? Ну, в первую очередь, нужно себя обезопасить. Если есть тревога, то значит, есть опасность. У нас уже было много возможностей найти безопасное место. У кого-то есть бомбоубежище, слава богу, у кого-то их нет, в районах, во многих районах их нет. Но уже, опять-таки, люди определились, где они могут находиться в безопасности. В коридоре, в общем коридоре. Нежелательно, кстати, в ваннах. Считается, что ванна – безопасное место, но там много кафеля, стекла, зеркал. Это может все повредить, это, есть опасность повредить. Найти безопасное место, где две, как минимум две стены. И если на это верхние этажи, то надо спуститься на пару этажей. Берем с собой все теплое, все можно накрыться одеялом, накрыться каким-то халатом, взять с собой все необходимое, в том числе там какие-то документы и там еда, питье какое-то. И дальше сохраняем спокойствие. То есть можно молиться, можно находиться, в конце концов, есть возможность, если это 3-4 часа, можно находиться с семьей, можно пообщаться с семьей. То есть нам важно сохранять спокойствие. Есть такое понимание, что когда человек в тревоге, и это коллективно, опять-таки, очень важен коллективный фактор, это является энергетической меткой. То есть там, где весь дом боится, вот туда летит ракета. И очень важно каждому, как это такой маленький вклад в общее дело, быть внутри спокойным. Это, конечно, достаточно трудно, и поэтому нужно друг другу помогать. Находиться рядом очень, очень трудно человеку самому. Если он один, если он не знает, куда бежать, если не знает, к кому обратиться, это действительно опасность. Поэтому нужно держаться вместе, позвонить знакомым, узнать там своих родственников, как дела, вместе собраться. То есть в эти моменты нам нужно быть в спокойствии и вместе. Вот это то, что мы должны сделать, и в безопасности. Это основные такие моменты. Мы много раз с вами трохи говорили про панічні атаки. Мы с вами зустрічалися ще до повномасштабної війни. А тепер все більше людей так відчувають панічні атаки знову ж таки під час сирени, під час такої ситуації. Як зараз з ними впоратися і чому не варто пити багато заспокійливих яких-небудь або в себе якісь пігулки закидувати? Так. Ну, во-первых, нужно еще различать тревогу и панические атаки, потому что при тревоге одно состояние, я уже говорила, мы должны человека остановить, согреть, успокоить, дать ему возможность продышаться, и он постепенно успокаивается. При панической атаке такая ситуация, она граничит уже с шоком, а дальше просто потеря сознания. То есть человек вообще ничего не соображает, он не может понять, что происходит, если при тревоге бегающие вот такие вот движения, бегающие глаза и желание что-то собраться, бежать, куда-то что-то делать, то при панической атаке человек может останавливаться, уходить в себя, вообще притормаживать и ничего не понимать, что происходит. И при, нужно очень важно отличие, потому что человек, который имеет склонность к паническим атакам, он как раз от вот этих успокаивающих может еще больше себя ввести в это состояние торможения. Потому что одно дело лекарства и травы, да, которые просто успокаивают, укрепляют нервную систему, это может быть там магний, витамины В, это может быть там валерьяна, это можно применять сейчас всем. Другое дело — это химические препараты, которые назначает врач, и человек для того, чтобы хоть как-то спастись, начинает их применять, он действительно себя может вогнать в сложную ситуацию, уже неврологическую, и некоторые препараты, они тормозят дыхательный центр, некоторые тормозят сердечный центр, и бесконтрольный прием он может только очень сильно ухудшить состояние человека. Поэтому только серьезные препараты, только под контролем врача, а вот такие просто общие препараты, они неплохие и точно так же действуют, как, например, практики дыхания. Эффект будет приблизительно одинаковый, причем это дыхательные практики не, скажем, не токсичны для организма и не опасны. Еще хочется вот пару слов сказать. При вот моментах депрессивных они могут возникать в том случае, когда человек, например, уже длительное время находится в таком стрессе, или же у него вообще склонность к депрессии, склонность к апатии, к такому обессиливанию. Возникают такие состояния, когда уже гормоны стресса
закончились, скажем так. Они, желудочно-почечник истощился, и человек переходит в состояние бездействия, апатии, как бы смирился с процессом вот такого умирания. Он соглашается с тем, что ну все уже, да, все, у меня нет сил уже бороться. И часто такое сопровождается, возникает у тех людей, у которых нет поддержки. То есть когда человек один, когда ему некому обратиться, или когда он не умеет обратиться, опять-таки это тоже склонность должна быть определенная. То есть человек, который боится обратиться, который не принимает чужую помощь, он оказывается в такой сложной ситуации, закрытый от мира, который усиливает такое депрессивное состояние. В этом случае опять нам нужно перевести человека или самого себя, если человек сам чувствует, он в такое впадает в апатию, в депрессию, перевести в действие. Назвать опять: я сейчас в апатии, я ухожу в депрессию. Признаться себе, включить свой мозг. То есть выйти из рептильного состояния, из состояния животных инстинктов, выйти в человеческие уже размышления. А здесь мы можем уже дышать, но с ощущением тела. То есть на вдохе напрягаем все тело максимально, как оно может, и расслабляем на выдохе. Делаем 3-4 вдоха. Прям чувствуется, на 4-5 вдох чувствуется, что реально тело поменялось. Здесь можно размять свое тело, почувствовать, насколько оно, вот, оно существует. Попробовать встать, расставив руки, и ощутить себя в пространстве этого помещения. Вот столько места я занимаю в помещении. Вот есть предметы. То есть возвращать себя в реальность. Или возвращать человека, которому мы хотим помочь, вернуть его в реальность. И когда уже вот физиологические процессы восстанавливаются, тогда опять-таки сказать себе, во-первых, с кем я могу связаться, кто мне может помочь, кому я могу помочь, что я могу конкретно сделать для того, чтобы быть нужным. Потому что вот такая апатия, депрессия, это я никому не нужен. Все, жизнь моя никому не нужна. А когда человек возвращается в позицию, что я есть, а я, значит, нужен, то мы переводим его в ту активность, в деятельность, которому он действительно сейчас нужен. Каждый сейчас нужен. Нет такого человека, который сейчас где-то не нужен. Может быть, сейчас он не может там мешки носить, но он может заниматься детьми, он может помогать другим. То есть в любом случае можно надо найти свою деятельность, надо найти свою нужность и начинать ее реализовывать. Я дуже дякую вам за дуже таку цінну інформацію. Останнє питання, якщо можна коротко. Хтось при депресії такий не їсть нічого, а хтось їсть в два рази більше. Як правильно харчуватися? Як вчасно закрити рота і вчасно його, так би мовити, відкрити, аби поїсти? Ну, в первый момент, когда вот первые трое суток, вряд ли кто-то будет есть. То есть отключаются вообще все центры, в том числе и речи, в том числе и вот такое вот накопление. Мы едим для того, чтобы накопить, да, накопить энергию. Но в первые трое суток организм спасается. Но потом, действительно, как защитная реакция, может быть такое ощущение, что хочется все время есть. Хочется есть, и организм пытается справиться с опасностью, справиться с тем, что есть вероятность голода, есть вероятность там, остаться где-то под завалом, есть вот это все внутри присутствует, и, соответственно, начинает организм требовать еды. Плюс еще еда подсознательно для нас, вот эти вот движения во рту, это все безопасность. То есть хоть что-то пожевать, хоть что-то заесть для того, чтобы ощутить безопасность. Поэтому мы, понимая это, должны осознать, что я в безопасности, в каких условиях, то есть создать себе безопасность, опасные условия. Наладить связи, например, с родственником, понимать, куда я могу звать, друзьями, может быть. Четко осознавать, что я могу делать, в какой ситуации, где стоит там моя машина, где у меня лежит сумка с вещами, чтобы осознавать, что я не как бы не один в этом мире, и все неизвестность впереди сплошная, а что я конкретно понимаю, что мне нужно делать. И каждый раз, когда мы подходим что-то пожевать, спросить себя, вот что, какую сейчас я эмоцию заедаю. Если эмоцию безопасности, что я чувствую, что сейчас я не в безопасности, возьмите там плед, укройтесь, почувствуйте себя в безопасности, прошу прощения. Почувствуйте там объятия мужа, придите, обнимите ребенка. Кстати, пару слов еще скажу про детей. То есть эту эмоцию попробовать прожить.
Если сейчас я, например, хочу поесть, почему? А потому что, скорее всего, мне кажется, что надо про запас поесть. Тогда я беру эти печеньки, складываю в сумку и знаю, что у меня есть про запас какие-то на случай там острой ситуации, есть чем накормить себя или ребенка. То есть нам нужно четко осознавать свое состояние, свои эмоциональные состояния, и тогда мы сможем управлять вот этим вот аппетитом, безудержным аппетитом. Но на самом деле эти вопросы будут решаться позже, когда мы будем уже в безопасности. Сейчас, ну, сейчас на самом деле критическая ситуация. Находясь в таком кризисе, мы вот эти вот дальние процессы, которые еще будут разворачиваться еще несколько месяцев, еще будут в психосоматику, это все будет переходить. То есть это нужно решать позже. Сейчас нужно себя обезопасить и знать, как вывести себя из тревоги, из гнева и из апатии, например. Еще что касается детей, очень важно наблюдать за детьми. Есть такой момент, как вегетативный резонанс, то есть все, что происходит в организме мамы, оно передается ребенку. И если мама в тревоге, то ребенок, если он слова ему не говорить, он будет с теми же симптомами. Он будет беспокоиться, перестанет кушать, он будет нервничать, плакать, дергаться. Если мама в агрессии, он будет переходить в агрессию, он будет бить братика без причины, он будет раздражаться на всех, он будет пытаться бить родителей, например. То есть мы должны наблюдать за ребенком. И если появляются эти признаки, понимать, что пора заниматься собой. Если у ребенка поверхностное дыхание, значит, нужно его обнять, прям обнять, как подушку, всем телом обнять и начать с ним дышать. Очень важно, чтобы дыхание мамы было не поверхностным, не дерганным, не всхлипыванием, а спокойный вдох и медленный выдох. Ребенку очень важно тактильные вот эти вот объятия, понимать, что он в безопасности, он не один. Следить нужно за игрой детей. Если ребенок без конца играет одно и то же, игра не развивается, зацикленность какая-то в игре. Если он играет в смерти, в похороны, то надо обращаться уже к психологу, психиатру, потому что это уже симптом развивающейся травмы. Если ребенок просыпается с криками, если у него кошмары, тоже об этом надо проговаривать, этим надо заниматься. И в первую очередь говорить ребенку, что я с тобой, я тебе помогу, я всегда буду рядом. Не давать ему закрывать эмоции. То есть нельзя говорить, не плачь, отстань, не так сложно вообще, отойди. А как раз говорить, что ты можешь поплакать, ты можешь позлиться, это нормально, я рядом с тобой. И вот сопровождать ребенка, потому что у детей возникновение травмы гораздо больше вероятности, чем у взрослых. Ну и самое важное — быть всегда рядом, принимать людей такими, какими они есть, с их правдой, не пытаться что-то доказать, не пытаться переубедить, а стараться помочь и вот такой вот с сердечным приятием, с объятием всегда быть рядом. Ну, власне, дарувати любов та турботу. Хочу ще додати, що зараз в кожному місті, особливо в Дніпрі, є безкоштовна психологічна допомога. Номери телефонів є на сайті міської ради та на сайті обласної держадміністрації. Тобто є гаряча лінія, куди ви можете звернутися і вам допоможуть. Також багато дуже психологів зараз також потребують волонтерити та допомагати один одному. Не закривайтеся, це нормально, якщо так ви боїтеся, як сказала пані, це не страх, це нормально. Ми хочемо вижити, ми хочемо, аби все було добре і перш за все хочемо перемоги. Я нагадую, що в ефірі телеканалу «Відкритого» ми щойно говорили з Оксаною Одинець, психологиною, про те, як приборкати страх, депресію, тривогу, паніку, і на що треба звертати увагу так з дітьми, як правильно їсти, що треба пити, а що ні. Ну, власне, сподіваємося, що ця інформація вас заспокоїть та буде для вас корисною. Я вам дуже дякую, пані Оксано. Я думаю, що побачимося в прес-центрі наступного разу вже після перемоги. Так, дякую. Всім миром.